Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Еду на свой участок, и вроде бы и дождя особого нету, и вот увидел вот такую очень симпатичную картину. Вот такая замечательная радуга, очень яркая, очень такая насыщенная. Причем рядышком еще одна с ней, вторая. Очень красиво смотрится. И она практически в круговую идет. Вот с этой стороны и заканчивается вот здесь. Вот такая вот радуга. Ну что ж, полюбуюсь еще немножко. Сейчас буду сворачивать, и, наверное, уже видно ее не будет. Очень красиво, конечно. Да, природа преподносит вот такие сюрпризы очень часто. Ни один художник такое не нарисует. Очень красиво. А цвет такой яркий. Я уж не говорю о том, что с одной стороны солнышко светит, с другой стороны вот такая радуга. Вот еще можно немножечко на нее полюбоваться. А какая мощная какая-то, такая насыщенная, толстенькая, можно сказать, двойная. Ну, всем радугам радуга. Видно, что солнце-то светит тоже. Сейчас вечер. И вот такая вот радуга. Интересно, конечно. Ну, здесь уже, наверное, больше ничего мы не увидим. Выезжаю из города. Интересная погода сейчас в нашей местности. Дожди, холодно. Ну, не знаю, осень уже стучится в двери. Сейчас немного выйдем из города, может, еще на радугу полюбуемся. Здесь дома загораживают. Машин очень много. Ну, не то чтобы пробки, но движение такое не очень быстрое. Но сейчас уже город скоро закончится. Это я двигаюсь в сторону Власихи, местные знают. Вон еще видно немножко радугу. Дома закончились. Может быть. Это значит, где-то дождик такой хороший, раз такая радуга мощная. Ну, я думаю, посмотрели достаточно, на этом можно заканчивать. Вот такие очень интересные, очень красивые явления в небе. В конце пожелаю всем хороших урожаев, хорошей погоды. Всего самого доброго. До свидания.